Внимательно, да, действительно, это самое главное, что сейчас нужно, и умение держать уровень, высокий уровень концентрации, но его, во-первых, что достичь надо, потому что явно для остаточного у большинства наших игроков. И надо его удержать, надо терпеть. Карнавал на трибунах Рэлспорта продолжается, бразильский. Наших болельщиков как-то не слышно. Чем отличаются, допустим, те же бразильцы, бразильская это волейбольная торсида от нашей, тем, что они подают голос, заявляют о себе при любом счете. Идет их команда или проигрывает, наши болельщики в основном поддерживают команду, когда на площадке все в порядке. Хорошо, атака Махарова на сей раз. 16-18. Ему противостояли Бруно и Сидалу, но Михайлов атакует по ходу мимо этого двойного блока.